Топинамбур. В плейлисте есть еще один фильм о топинамбуре. Сегодня один из способов употребления топинамбура. Это сушеный топинамбур. Так он хранится, очень хорошо хранится. В топинамбуре много инулина. Но при тепловой обработке инулин разрушается. Употреблять либо в сыром виде, либо в сушеном виде. Сегодня порошок из корня топинамбура. Отсыпаем нужное количество и перемалываем его до состояния, близкого к состоянию муки. В размолотом виде сухой топинамбур добавляется в любое блюдо – суп, каша, салат – от половины до одной чайной ложки. Очень приятный запах у размолотого топинамбура. Ну вот, нужной консистенции добились. Затем эту смесь, этот порошок, добавляем в блюдо, в готовое блюдо. И в таком виде на столе, как соль, перец, хранится также топинамбур. Вы увидите, что это приятные вкусовые ощущения от топинамбура. О полезных свойствах было рассказано в другом ролике, который также в плейлисте «Здоровое питание». Хранится топинамбур в таком виде очень долго, 2-3 года.